Ну что, наконец-то настал этот день. Я достал мотоблок. Сейчас другая проблема, как его транспортировать, вообще перевозить. Не подготовился. Но этот момент еще в ходе, потому что буду перевозить по-любому не на этом прицепе. Кстати, уже на участок различные виды коммуникации повез, дренажных систем и так далее. Но речь сейчас не об этом. Короче, надо грузить мотоблок и всю оснастку. А настроение-то боевое, хочется уже попробовать эту мощу 12 сил, как она будет справляться с нашей целиной. О, одна проблема, блин, и очень мощная. Как ты, Серег, говоришь, на бок его положить, да? Ну, я не знаю, если можно, блядь, то на бок. А так я хрен его знаю, он что он... Вот это мне чем-то напоминает, когда мотоцикл на прицепе перевозишь. Вот такая же, но здесь сложнее. Короче, думаем, как же все-таки прикрепить. Конечно, в идеале на прицепе сделать такое же посадочное место, чтобы он просто туда заходил, на шплинты на эти же ставился и все. Но сейчас, в данный момент, нет времени. А может быть, даже и есть, проще просверлить его, этой штукой развернуть туда и сделать. Сейчас будем думать. Ай, ё-моё. Да, уже не смешно. До сих пор грузим мотоблок, проще дом построить, чем мотоблок. 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 Да я контролирую, не бойся. Мотоблок, закрепите все эти гаджеты, блин. Ай, ё-моё. Я думал, что владение него так скоро заставит меня включить сварочный аппарат. Да уж. Пришлось сварить вот такую штуку. О! Причиндал. Сейчас покажу, для чего. Я вам скажу, господа, проще дом построить, чем мотоблок в прицепе закрепить. Только так. Только так. Взял скобу, хорошо, что она шла в комплекте с каким-то из этих гаджетов, и в наглую ее просто приварил и дополнительно закрепил болтами. Понятно, что это временно, но зато мотоблок прямо стоит уверенно и никуда не дернется. А так вот как его крепить? Он крутится, вертится, болтается, а тут на штатное крепление. Но в будущем я сделал. Конечно, мы его замучились заталкивать в этот прицеп. Пришлось закидывать через крыло. Тоже мучение, но перевозиться он будет, конечно же, не на этом прицепе, а на другом. Уже я знаю, что будет в нем и как. Ну, короче, на прицепе, на котором перевожу мотоциклы, скорее всего, там и будет все крепления, чтобы вот это вот, эти все гаджеты, вот эти гаджеты, вот это вот все барахло. Барахло, не барахло, а инструмент и вот эти колеса, все, чтобы было на своих местах. И завозилась, и укладывалась в удовольствие, а не так, как... Сколько мы с тобой? Часа полтора, наверное, два тут ковыряемся. Укладываем в прицеп. Ну все, надо было сразу приварить. Дополнительно, кстати, болтами, потому что сварка сваркой, а болты есть болты, болтами закрепил. Ну что, едем. Впереди у нас 40 километров маршрута. Надеюсь, все доедет.